Начинаем нашу беседу. Сегодня у нас ответы на вопросы по прошедшим мероприятиям. Мероприятия были на тему ментальных конструкций, была одна практика. И сейчас я хотела бы вот завершить эту тему, и хотелось бы мне понимание, насколько она улеглась, насколько все в порядке. И вот вопросы, которые я имею. Сегодня 1 сентября, я так понимаю, что люди заняты совершенно не тем, чем мы с вами занимаемся. Наверное, детей там в школу, из школы празднуют и все такое. Поэтому народу немного, но, наверное, может быть, это и хорошо. Но вопросов наоставляли 4 штуки, поэтому они все очень емкие, буду освещать. Первый вопрос: что такое ум? Это как процессор или искусственный интеллект? Вот такой вопрос. Давайте порассуждаем, что такое ум. Вообще, вот в последнее время очень много мы сталкиваемся с такой информацией, что ум – это что-то такое чужеродное, это что-то такое, какая-то внешняя конструкция, которая якобы не позволяет нам быть самими собой. Да, вот в нем вообще природа всех наших злоключений здесь. И разотождествиться с умом – это значит прийти к себе. Но поскольку вот у меня произошел такой опыт, и я его сейчас начинаю понимать, этот опыт, я понимаю, что именно со мной произошло, вот уже по истечении какого-то времени, я могу об этом вот немного порассуждать, как я это увидела. То, что жизнь – иллюзия, я могла бы подтвердить, пожалуй, но здесь нужно тоже сделать очень большую оговорочку, потому что иллюзия, она, пока мы здесь в ней, она не является иллюзией для нас. Это единственный способ как-то осознавать эту реальность. Поэтому я вообще не думаю, что нужно с этой позиции смотреть на мир, потому что он очень сильно мешает восприятию. Вот моему восприятию такая позиция очень сильно помешала, потому что она навевает какую-то безысходность, согласитесь? То есть кажется, что ну а зачем тогда, да, все мои усилия, если все это неправда, если все это ложь, зачем мне что-то тут делать, зачем мне что-то сделать с телом, если оно не мое даже, да, там, это просто через органы чувств я как бы ощущаю, что оно у меня как будто бы есть. А на самом деле у меня его нет. И что происходит, как только мы бросаем вообще внимание, выводим из тела? Оно начинает плохо себя чувствовать. И, в общем-то, мы из одних проблем попадаем совершенно в другие проблемы. И те проблемы были иллюзорными, и те, которые сейчас в которых мы сейчас погружены, они тоже иллюзия. Просто получается некое замещение. Из одной иллюзии мы попадаем в другую иллюзию. Поэтому я считаю, что неподготовленным нам вообще не надо об этом думать. Ну, то есть о мироустройстве в целом нам нужно думать, конечно же, потому что нам нужна какая-то для нашего же ума, да, нам нужна какая-то схема вообще, куда мы движемся, что нас ждет на выходе. Я вот об этом хотела вам немножечко рассказать, потому что это очень важно. Я наконец-то у меня все теперь вот так вот по полочкам разложилось. Вот. А ум во всей этой истории – это, ну, вот если прям совсем простыми словами, основываясь на том, что у нас есть, а не чего у нас нет, не на домыслах, а ум мы можем рассмотреть как свои собственные мысли, да? Вот. Как мы еще можем увидеть ум? Мы можем только представить. А мысли, они совершенно реальны. То есть это некие текстовые сообщения, которые возникают у нас в голове. Вот и все. Вот дальше этого нам вообще не нужно, мне кажется, заглядывать. Пока на первом, на вот этих этапах начала работы с собой, пока мы не выйдем за пределы индивидуальности своей.
Вот куда мне удалось выйти в этом состоянии сатори во время землетрясения. И потом я несколько месяцев искала ответы на вопросы, что это было, потому что там мне нечем было думать. И для меня это был очень странный момент, такой вот, опять же, для моего ума, по сути, да, был странный момент, потому что я это то ли знала, то ли ощущала, но вот эта мысль «я есть», она была, но я ее думала не умом, чем-то другим. А на самом деле это было вот состояние одной мысли, это мысль Творца, с которой началось все. Вот там получилось побывать, понимаете? Там ума нет. Поэтому я точно теперь могу вам сказать, что ум – это атрибут физического мира и физического тела. И никуда мы его не растворим, и никуда мы его не денем, этот ум. Никакой он не искусственный интеллект. Он имеет такую же абсолютно физическую природу, как и наше тело, как и все остальное. Вот. Другой вопрос, что с умом нужно подружиться на самом деле. Потому что, ну, заметьте, вот здесь, если разобрать еще наше внимание, как очень важный атрибут, то мы свои мысли можем фиксировать, потому что они есть, независимо от того, мы вообще их фиксируем или нет. Они просто есть, да, мы их можем воспринимать как, например, разговор с самих собой, понимаете? Поэтому, ну что в этом плохого? Ведь очень часто, когда мы разговариваем сами с собой, мы достаем до очень высоких аспектов бытия. Мы разговариваем с собой с высоких планов, а там на высоких планах у нас тоже есть ум. Вернее, это он же, тот же ум, просто в этом слоеном пироге реальности мы достаем туда, и это второй человек, это советчик, это мы же сами там наверху, которые разговаривают здесь с нами внизу. Вот и все. Он там ближе к душе, то есть к атмическому телу, тот ум. И поэтому я считаю, что это очень хороший аспект. Ну вот ченнелеры, например, они же тоже пользуются как раз именно такой схемой. Куда они без ума? Как они будут переводить на этот язык послания от каких-то высших сил? Никак. Поэтому вот так. А, да, действительно, ум мы можем потом посредством медитации научиться вообще отключать. В принципе, вот это и есть наша задача в практике – научиться управлять этим умом. Потому что какая здесь опасность? Опасность в том, что очень беспокойный ум, он может навязывать нам концепции, которые мы воспринимаем как себя. То есть он будет нам рассказывать, я вот Катя, мне вот там столько-то лет, я мать Ани. И вот это вот все он мне будет постоянно навязывать, и я такая-то, и раз такая-то, и все комментировать, да, и каждое событие, и каждый вообще происходящий момент на Земле. Вот с этим лучше бы не жить, а постараться, ну, не жить с этим нереально, неправильно выразилась, постараться просто взять его под контроль. Потому что знаете, какой прикол самый главный? Ведь вот эта трансляция и есть реализация мира. Все, что он говорит вам, это будет завтра картинкой вашего мира. Вот прям в реальности картинка. Вот, потому что он захватывает наше внимание, творит не ум, творит внимание. И ум очень хорошо знает это. Поэтому он захватывает внимание, эти мысли мы как бы думаем, нам кажется, что это мы, да, эти мысли это мои, и мысль это я. И поэтому вот я творю эту реальность. На самом деле не так. Творит эту реальность внимание. А мысль – это уже вторичный момент. Вот для тех, кто осознанно старается работать со своим завтра, да, если мы хотим получить нужные нам события, это нужно обязательно учитывать. И поэтому ум нужно взять под контроль. Ну, для людей, которые не в теме, это кажется практически нереально.
Потому что, ну, мы же пробовали не думать, да? Это невозможно. Невозможно не комментировать происходящее. Невозможно не планировать завтрашний день, допустим. Это же тоже ум делает. Или невозможно не вспоминать и не анализировать вчерашний день. Вот. И поэтому здесь мы плавно подходим к моменту здесь и сейчас, в котором, собственно, ум не может находиться. Он в нем теряется. Потому что в моменте здесь и сейчас, когда мы только даже сказали эту фразу, мы сразу что почувствовали? Настоящее. Мы почувствовали вот этот момент, вот это вот, уловили течение этой жизни через эту секундочку или даже ну, мгновение, где вот это прошлое, оно раз наложилось на будущее, и между ними вот какой-то миг, правда? И вот в нем, в него ум втиснуться не может в этот момент, потому что он для него слишком узок, негде развернуться ему там, потому что ему же надо вот вспоминать, там анализировать и на вопросах прошлого строить огромные какие-то будущие концепции. Когда мы вспоминаем, мы затаскиваем свое прошлое в будущее, на самом деле, в творение. Вот. Поэтому с воспоминаниями поаккуратней, особенно с плохими воспоминаниями. Если мы работаем с воспоминаниями для того, чтобы просто понять, что мы сделали не так, какую-то работу над ошибками, тогда, в общем, это имеет смысл, конечно. И то очень аккуратненько, не поддавая туда эмоций. Потому что как только туда эмоция еще пришла, к воспоминаниям просто чистым, да, как мыслям, то все, это пошло творчество. Это пошло уже сотворение завтрашнего дня вашего. Или послезавтрашнего, или через месяц, у кого как быстро. Вот. А желательно вообще, ну, это сложно, это практика достигается, пребывать вот в этом моменте здесь и сейчас, когда вы вообще ничего не планируете. Потому что, как вот говорят восточные традиции, что это, когда вы живете в моменте, получается, что вы опережаете ум. То есть ум еще не построил план, а вы уже там. И тогда ему нечего сказать. Тогда он не вмешивается, не захватывает внимание и не творит ничего без вашего присутствия. Вот так. Немножко, наверное, сложновато на первых порах, но это вопрос тренировки. Работа с умом – это вопрос тренировки. Вот и все. И вопрос, кто где пребывает, точки сборки. Отслеживайте, пожалуйста, где вы находитесь, в прошлом или в будущем. Все время витаете в завтра. Это тоже не есть хорошо, потому что если вы не в прошлом и не в будущем, вообще ум в максимальном молчании, то вы даже не представляете, насколько проста и прекрасна жизнь. Все происходит само собой в наилучшем варианте. В наилучшем, потому что на самом деле Бог все запланировал в совершенном виде. Представляете? И только вмешательство вот этих всех кармических процессов, думания ненужного, вот этого ментального шума, захват нашего внимания куда-то и уведение его в сторону, реальность нашу делает несовершенной, не такой, как хотел Бог для нас. Ну, условно, Бог для нас, потому что ну, мы и есть Бог, это все про нас вообще-то, ну, если уж так. Вот такой вопрос. Так, теперь давайте Юлин вопрос. Юля спрашивала, что как правильно медитировать. Как раз Юля вот сегодня есть и очень хорошо, сейчас разберем. Значит, получается все в медитации, когда мы делаем практику вместе, ну, либо под чьим-то руководством, и не получается делать, когда самостоятельно. Получается, что либо куда-то улетаешь, либо начинаются вот эти мысли. И что делать? Вообще я, кстати говоря, вот ты просто опередила мой план. Впереди моего ума побежала. Я хотела прям целую
целый пост на эту тему написать, потому что вообще сейчас такая каша в этой истории, да, все, кому не лень, занимаются медитацией. И что это такое, вот, ну, мало кто можно как-то это подвести под какое-то единое понятие. Вот. Я вот на этой теме поразмыслила и пришла к выводу, что вообще медитация ей, вот прям в таком виде, в котором имеет в виду восточная традиция, буддизм и Индии, это медитация на пустоту. Я сейчас расскажу, что это такое, медитация на пустоту, и зачем она нам нужна. Это как раз то, вот, продолжение предыдущего вопроса про ум. Медитация вообще имеет свою цель глобально остановкой ума. Извините. Вот. Какими способами? Вот тут кто на что гораст вообще. Мы и дышим, да, то есть концентрируем внимание на чем-то, чтобы только ум остановить. Вот все практики, где пропеваются мантры, да, читаются священные тексты. Ведь заметьте, как работает наше внимание. Оно может быть направлено на что-то одно, да. И если вы сейчас слушаете меня, ваш ум молчит, потому что внимание захватило я, слушание захватило внимание, правильно? Уму там места нет. Как Ольга Викторовна говорила, отберите микрофон у ума. То есть мы можем представить себе, что есть виртуальный микрофон, ну, как наше внимание, да? И вот сейчас я этот микрофон. Как только я замолчу, ум сразу какой-нибудь выдаст комментарий. Сейчас я прям раз такая замолчала. Ну-ка, проследите свою первую мысль. Есть комментарий ума? Практика такая небольшая. Отследите свою мысль. Может быть, мысль, где же мысль? Вот что-то такое, какой-то дурацкий такой момент. Да, ум он такой, он беспокойный, у него бегающее внимание, он вот так все время, как мышка, да, на компьютере, кем-то водимая очень быстро, ребенком каким-то беспокойным. Вот он все время бегает, скачет с одного на другое. Вот, когда я говорю, попробуйте помыслить. Вот прямо сейчас, в момент моего говорения, и вы сразу поймете, насколько ваше внимание переключится на вашу мысль, и вы не будете знать, что я сказала. Я буду фоном. Мало кто может и думать, и слышать, да? Недавно с мужем что-то мы разговаривали, такие, я говорю, хватит тыкать телефон, послушай меня, ведь я же тебе рассказываю. А он так голову от телефона поднимает и повторяет мои слова, что я сказала. Я говорю, ой, в школе как хорошо научили тебя. Вот на самом деле дети в школе этому учатся, да, когда они, их учитель говорит там, Иванов, не отвлекайся, ну-ка повтори, что я сказала. И он раз и повторяет, хотя он занимался своими делами. Дети, они вот так умеют. Ну и многие из нас тоже. Вот у меня у мужа тоже, я ему говорю, о, из школы навык остался. Понятно. Вот, друзья, на самом деле внимание, оно однонаправленно. И нам нужно в медитации сделать все, чтобы ум остановить, выключить. Поэтому музыка, мы отвлекаем себя слушанием. Мы можем выбрать ведущего в медитации, который нас по медитации проведет, и мы можем как-то вообще не комментировать происходящее. Хотя тоже это достаточно сложно в промежутках это. Так вот, что же такое медитация на пустоту? Вот в восточной традиции именно. То, вот, где они сидят там часами просто и медитируют на эту самую пустоту. Техника такая. Попробуйте, пожалуйста, сделать. Нужна просто тишина вообще, и чтобы не было никаких отвлекающих моментов. Ни музыки, ни ведущего, ни каких-то шумов, ничего. Ну, фоном можно, пожалуйста, конечно, это невозможно сидеть прям в полной тишине. Вот. И дальше вы начинаете отслеживать свои мысли. И пустота – это пространство между мыслями.
То есть вы концентрируетесь не на самой мысли, а на пространстве между. То есть мысль прошла, и она раз у вас, и вы понимаете, что следующая еще не пришла. Вот попробуйте, пожалуйста, это сделать. И вот этим можно руководить. То есть можно потихоньку сделать так, что эти промежутки между мыслями, они будут все больше, 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 когда вы будете внимание поддавать не на мысль, а на состояние между мыслями. И вы будете направлять туда энергию, и, соответственно, вот это место между будет больше, больше и больше. Что это дает? Смотрите, ну, во-первых, любая практика, когда мы садимся, закрываем глаза, садимся, а не ложимся именно, она дает переключение внимания с внешней картинки внутрь. Мы с вами всегда должны помнить, что куда внимание, туда и энергия. Правильно? Поэтому мы забираем свое внимание из картинки этого мира. И тем самым мы забираем очень большое количество энергии. Мы ее просто вот выключаем, картинку, и эта энергия перенаправляется в нас, внутрь, во внутреннее пространство. Вот. И, соответственно, эта энергия, она, конечно, использована, может быть, нами, как раз именно на это внимание. Если у нас это хорошо получается, мы опытные практики, и это не требует вот концентрации большой, внимания, а стало быть, и большого количества энергии, то эта энергия, она будет обязательно направлена на какие-то хорошие моменты. То есть идет накопление энергии, понимаете? По сути говоря, правильная медитация на пустоту, она дает обалденные результаты именно тем, что она накапливает энергию. Это вот как раз, Юль, то, что ты спрашивала, ты говорила, я не знаю, где брать ее энергию, я не знаю, как подпитываться, где брать. Очень просто все. Нужно забрать ее из физического мира, и все. Нужно отключить физический мир. Когда ты отключаешь все, энергия начинает не расходоваться в тебе, то есть набирается некий запас. Вот. Ну, на первых порах, конечно, эта энергия будет направлена организмом туда, где тонко, например, там в здоровье, если какие-то неполадки, то вы просто будете ощущать себя значительно лучше. Обычно первые результаты, вот такие ощутимые, это когда вы не устаете вечером. То есть вы целый день делаете все обычные дела, все как обычно. Но у вас был час медитации, ну, на протяжении, допустим, недели, когда вы никаких работ в медитации не выполняли. Вы просто медитировали на пустоту, и все. И вы поймете, насколько это крутая техника, насколько она сама все делает и решает за вас. Это вот этот как раз момент доверия, к которому мы начинаем подходить. Потихонечку, да, когда все совершается лучшим образом без нашего участия, без нашего ума, без контроля. Вот. Понимаете, мы просто свой ум приручаем. А куда мы должны таким образом с вами выйти в последующем? В последующем, то есть я просто сейчас хочу вам рассказать вот эту схему, к которой я пришла наконец, которая меня как искатель и исследователь очень сильно волновала. То есть где же я, как вообще выглядит мир, да? И смотрите, заметьте, вот никто вопрос, да, этот вопрос особо не задает. Все интересуются житейской какой-то темой, как мне решить какие-то проблемы, как мне с этим справиться, как мне что-то здесь, в этом мире сделать. Вот. И никто не спрашивает, а кому сделать, кто я вообще, кто я в этой, во всей истории мироздания. А вы знаете, я просто делюсь с вами своим опытом, девочки, поскольку я теперь это знаю, понимаю, и как просто оттуда регулировать здесь всеми процессами. Понимаете?
То есть у нас здесь, мы здесь ограничены в физическом пространстве именно умом, ничем более, умом на самом деле. Потому что мы считаем, что мы и есть ум. То есть то, что он нам про нас рассказывает, а не то, что мы ничем мы являемся на самом деле. А на самом деле, научившись медитировать на пустоту, сначала мы понимаем, что и мы пустота, вот как тело, как ум, потому что в какой-то момент мы все отключим в этой медитации, и мы останемся в этой пустоте, но мы останемся. Понимаете, у нас останется вот это ощущение присутствия. Момент присутствия, я есть присутствие, оно вот и останется. Это и есть пустота. А потом мы выйдем в состояние любви, из которого все творится. И мы поймем, что мы все. И вот он парадокс. Вот он, встречаются два электрона. Вот эти в квантовой физике. Когда мы одновременно ничто, мы пустота, и одновременно мы все, мы любовь, которая все творит. А над ней и есть абсолют, и это есть мы. То есть мы и все, и ничто одновременно. Но здесь, в этом мире, мы маленькая капелька, да, вернее, наша душа, которая и реализует этот мир. Я к чему все это? Как без ума обходиться? Да никак, друзья. Если не будет ума, не будет нас. Ну, как вот, как объективное, как объект Катя, меня не будет, если не будет ума. Потому что поэтому невозможно его никуда деть. Его можно только приручить. Вот и все. Почувствовать это вам поможет медитация на пустоту. Вот. Подвожу итог. Это вот единственное, что можно называть вот прям медитацией, которую вот имели в виду буддисты и люди, которые изобрели этот инструмент. Все остальное называется практика. Но мы все называем медитацией, ну просто чтобы вы были лучше подкованы и понимали, что к чему. Какие еще бывают практики? Вот медитация на пустоту, это, знаете, это не самый простой момент. Не с нее надо начинать. Если прям совсем не получается, нужно сначала поработать просто с фиксацией внимания. Элементарно, с фиксацией внимания. Потому что вот это скачущее внимание с одного на другое, оно и забирает, ну, не знаю сколько, 50% вашей энергии. Ну и где мы что-то материализуем? Где мы создадим себе богатую, счастливую жизнь? Никак. Никак, если у нас вот это вот скачущее внимание. У нас вот должно быть, знаете, как в кино. Вижу цель, не вижу препятствия. Вот так. Это если уж и планировать, то вот так. Потому что вот эти скачки с 5 на 10 вносят огромную суету в наш мир и расходуют колоссальное количество внимания. И, соответственно, события у нас тоже будут создаваться просто хаотичные. Из рандомные просто. Как у русской рулетки. Вот и все. Что за практики такие по концентрации внимания? Созерцание. Очень хорошая практика. Просто вечером сесть, включить свечку, зажечь, вернее, свечку и рассматривать огонек. Очень помогает. Просто нужно сосредоточиться на пламени свечи и постараться ни о чем не думать. Это концентрация внимания. Если вам хочется встать и пойти там и включить чайник, поймайте себя на этом моменте и скажите: стоп, я занимаюсь практикой созерцания. Это тоже восточные вещи. И когда-то давно, вот, наверное, там с Ольгой Викторовной я начинала заниматься, когда я только училась в медитации, мне помогло вот именно это. Просто поделайте для того, чтобы внимание не скакало. Следующим моментом я бы еще посоветовала вот из разряда таких концентрация внимания, это концентрация на своем теле, когда вы внимание из объекта забираете. То есть вы должны понять, что вы им управляете. Внимание может быть узконаправленным в виде луча. И вот даже говорят
ученые, что наше внимание способно на самом деле концентрироваться на площади картинки, которая равна ногтю большого пальца. И из-за того, что оно очень подвижно, то есть оно прям бегает, бегает, считывает, считывает, мозг выдает нам объемную картинку мозга, мира. Вот. А на самом деле мы видим очень узким лучом, прям очень узким. Но этим можно управлять на самом деле. Очень развита у женщин эта тема, потому что мы варим суп, смотрим за ребенком и разговариваем по телефону с подругой одновременно, да? У нас внимание очень быстрое, а у мужчин же вообще с этим беда, вспоминайте. Они же вообще, у них вот узконаправленные восприятия мира, они вообще не успевают за женщиной, но у них концентрация внимания на каком-то явлении, объекте, на чем-то, она более такое узконаправленная, поэтому им достаточно проще там какие-то задачи такие решать, глубоко погружаться, но вот нас так вот создали, что мы должны и суп варить, и с ребенком смотреть, и по телефону говорить. Вот. Это неплохо, не хорошо, это наша природа. Но вот зная себя, женщину, нам нужно научиться концентрации. Поэтому мы свое внимание переводим с подружек, из детей только на суп, и прям в быту у нас медитация 24 часа на 7, мы осознаем, как мы варим суп, и мы стараемся больше ни на что не переключаться. Это прям вот такая практика, которая происходит здесь сейчас вот постоянно. Это вообще очень круто. Либо еще можно суп варить фоном, допустим, да, вы что-то делаете, руки делаете, это работает функциональный мозг, работает, вы запомнили, как машину, да, вы водите и как бы не думаете о том, куда вы там на тормоз жмете или что, такой автоматический режим, а делаете что-то еще дополнительно, внимание направляете в обдумывание какого-то процесса или там стихи сочиняете, грубо говоря, да, когда уже какой-то мыслительной деятельностью занимаетесь, так тоже можно. Но этот момент нужно осознавать. Вопрос в том, где ваше осознание в этот момент, понимаете? В супе или в мыслях? А суп сам варится. Вот разбирание своего внимания позволит вам на самом деле даже во сне помнить себя. Вот осознанные сновидения, они вот на этом и базируются, что когда вы начинаете практиковать таким образом в быту дома, вы в этом же состоянии выходите в сон. Пока вы спите, ваше тело отдыхает, мозг, заметьте, там вообще не отдыхает, там все то же самое. Мозг там присутствует еще как, там только тело физического нет. И мы переходим в другую реальность, где работает и ум. Это, кстати, следующий вопрос, но сейчас я к нему плавно подойду. Работает и ум, и самое главное – наше сознание. Но сейчас не буду перескакивать на сны, да, закончу с практиками, с медитациями. Поэтому давайте подведем итог. Первое – это то, что называется медитацией в восточной традиции. Это практика медитации на пустоту, когда мы между мыслями, да, смотрим расстояние. Кстати, сейчас уточнение хорошее сделаю. Знаете, как сделать еще медитацию на пустоту в обычной жизни? Когда нет времени на сесть, ребенок там дома, допустим, родные, ты не можешь час сесть и сидеть, чтобы тебя никто не отвлекал. Делайте пустоту в обычной жизни. В этом случае мы концентрируемся не на конкретных объектах, а на пространстве между ними. Это воздух. То есть попробуйте внимание свое не в узкий луч направлять, как в случае с концентрацией внимания, а наоборот, в расширение. В расширение, когда вы охватываете всю комнату. И это не обязательно делать в медитации. Это вот еще один такой момент работы с вниманием. И это тоже медитация на пустоту. Но совсем другой принцип. Вот.
Первый принцип первой практики – это узкий луч внимания, а здесь мы используем, наоборот, раскрытый фокус. То есть такой широкоугольный объектив, можно сказать, рыбий глаз. Охватываем все. Вот, но только не улетите далеко, потому что если увлечься, то можно, знаете, в какую пустоту выйти? Можно начать ощущать и над собой пустоту, и под собой. И вот левитация на этом построена на самом деле. Представляете? Когда вы начинаете ощущать вот везде воздух вокруг себя. И потом можно исчезнуть, вот если заиграться, ну, если уж прям далеко пойти, потому что вы внимание настолько расширяете, что вы можете просто начать левитировать. Вот так. Такая интересная вещь. Вот. Поэтому вот такая практика, работа с вниманием, отдельный пласт такой выделяем. Концентрация внимания и расширение внимания. Два аспекта в этой практике будет у нас. Пробуйте и то, и другое, и третье. Все нужно попробовать, и всеми этими методами нам надо владеть. Для чего? Объясню. Смотрите, мы вот даже проводили с вами практику, да, недавно, про ментальные конструкции. Но когда есть ведущий, все окей. Когда вы сами должны проработать что-то, ведь вы же там много что, скорее всего, нашли, да, каких-то ментальных конструкций, которые нужно смыть вот это на берегу океана. Их надо найти. Почему человека не получается найти самому? Потому что нет этой самой концентрации внимания. Мы не можем долго удерживать у себя в голове это явление. Понимаете? Мы не можем сами себя вести с помощью нашего внимания по глубинам нашего ментального тела. Вот. Поэтому, конечно, эти практики, они все такие продвинутые, надо сказать. Вот. Продвинутые. Поэтому люди просят, чтобы их провели, и проще это делать с проводником. И здесь опять такой небольшой парадокс получается, потому что, по сути, мы не можем продвинуться дальше, потому что они нам меняют, мешают, они забирают нашу энергию. Вот и все. Поэтому их хотелось бы сделать до того, как вы начнете самостоятельную работу вот, по путешествию внутрь себя. Ну, чтобы просто высвободить внимание. Иначе, ну, внимание будет по-прежнему вот таким, как просто неуловимый какой-то солнечный зайчик где-то, скачущий с объекта на объект. Поэтому нужен проводник на первых порах. Ну, во вся восточная традиция об этом говорит, что нужен мастер для того, чтобы человек потом сам стал мастером. Когда вы сами все это делаете, вы сами мастер уже, понимаете? Вот, поэтому пользуйтесь, пока есть такая возможность. Надо просто себя хорошенечко почистить, чтобы высвободить это внимание, и тогда будет отлично получаться. На самом деле. Вот. Вы знаете, я бы вам посоветовала вот на первых этапах включать вот эту тренировку пустоты просто в обычную жизнь для накопления энергии. Элементарно, чтобы накопить энергию, и тогда уже будет намного проще с собой работать. Она же не только на пустоту. Мысль же там тоже есть, да, только мы внимание концентрируем не на мысли конкретно, а на расстояние между ними. Но мысли, если переключить внимание на мысль, то мысли будут приходить из тех глубин как раз. Их, если зафиксировать, то их можно заодно и отработать в этой пустоте. Я так тоже частенько делаю. Посижу в пустоте, потом раз, мысли смотрю. Какие-то пошли неповерхностные. Ой, у вас молоко убежало там. Или какой-то, ой, собака. А сколько времени? Мне же с собакой гулять. Чего ты сидишь? Ну, вот это, знаете, такие суетливые мысли. А смотрю, мысли идут какие-то из глубин какие-то. Достаются какие-то обидки. Что-то в течение дня, может, случилось, что не хотелось бы вот куда-то там в сон с собой нести. А можно и прям сразу это, да, разобрать, почему, кто, что я такое
где я проэмоционировала или что сразу убрать. Тогда я работаю. По сути, можно вообще в медитацию не ходить. Если у вас получается работать прям вот здесь, когда мир фоном, у меня в последнее время вот это так и происходит именно. Нет, я сижу сейчас, но я сижу из-за того, что я не хочу забывать вот это состояние, где я была, вот состояние одной мысли. И я его искусственно туда погружаюсь, чтобы я понимаю, что вот дотягиваюсь туда, до вот этих глубин или вершин, я даже не знаю, как это назвать, что я очень много энергии оттуда спускаю. И я прям вижу это по наполнению своей жизни, как оно здесь срабатывает. Но оно еще, кстати говоря, срабатывает на очищение, на высветление проблем. Вот, кстати, да, девочки, я должна просто вам это сказать. Просто обязана сказать, что даже медитация на пустоту, она, вы находитесь в этот момент совершенно в других измерениях. Понимаете? В совершенно других. И вы дотягиваетесь до очень высоких вибраций. Соответственно, эти вибрации, они поступают и в тело, ну, сюда, вот в эти... ну, нижайшие, как бы можно выразиться так, плотности, да, то есть на физический план. И могут обязательно, ну, скорее всего, даже они идут у вас какие-то такие спецэффекты, как вот Сумеран их назвал, спецэффекты. То есть это выползают все несовершенства. Какие-то совершенно забытые вещи, и они выглядят как случайные события. Или болячки какие-то могут повыскакивать, какие-то хроника какая-нибудь может выскочить. На самом деле, если это происходит, то с пустотой надо не завязать. Нет, не завязать, конечно. Надо правильно к этому отнестись. Нужно понимать, что это вот идет именно процесс очищения и, наоборот, исцеления, но он идет где-то через обострения какие-то. Вот. Здесь нужно тонко это чувствовать интуитивно. Вот. Поэтому я вас предупреждаю, что просто будьте внимательны. Если идет вот такая история, то, ну, конечно, можно уйти в откат, да, при таких условиях, что если тело плохо чувствует, болит, то вы бросите всю практику и займетесь, естественно, своим здоровьем. Вот. Потом еще что, родные могут тоже ощущать вас по-другому, когда вы начинаете вот такие практики, где вы очень высоко добираетесь вибрационно, они начинают пытаться вас сдернуть обратно. Вот. Это тоже проявляется вот в событийке. Здесь важно найти баланс такой, знаете. И вот тут вот очень круто как раз работает тот самый функциональный ум. Я не хочу сказать, что надо притворяться, но вообще в жизни это может выглядеть так. Когда вы просто как робот-автомат действуете в этой реальности, да, находясь постоянно в медитативном состоянии и в отслеживании осознания, где я. В этом находиться постоянно на первых порах вообще нереально. Потому что хочешь не хочешь, мы засыпаем в эту реальность. И вот у меня такой сейчас термин, что эта реальность, она тоже, как бы, сознание наше засыпает в эту реальность и начинает играть, видит сон. Да? Она начинает играть здесь, мы включаемся в бытовые ситуации с детьми, включаемся в водоворот событий, и мы не помним себя. То есть момент «я есть здесь и сейчас», он раз и уплывает от нас. И все, и жизнь начинает твориться в автоматическом режиме. Вот. Но мы всегда вспоминаем, кто мы в какой-то момент, да? Или я вам напоминаю, у нас медитация. Вам сегодня надо вспомнить вообще, кто вы. Вот мы сегодня целый час вспоминаем, кто мы есть. И это уже очень большой плюс, потому что ваше сознание приходит в норму. Вы опять, оп, я вот, я здесь, я есть, я есть, я есть. Все и ничто
Чтобы это почувствовать, это еще нужно чуть-чуть потрудиться. Но через мозг это пропускать тоже отлично. Здесь же опять такой, смотрите, идет интересный момент магии, что когда вы это произносите, за этими словами начинает твориться мир. Поэтому даже просто произношение себе постоянно «я есть», оно сразу вас начинает возвращать вот в этот момент здесь и сейчас волшебный, и все начинает происходить вот этим наилучшим способом. Пусть это будет пока, вот, ну, не на постоянной основе, не постоянно, не все время. Но чем чаще вы будете это вспоминать, тем круче. Вот. Просто попытайтесь вот поделать такую практику в течение дня, пока не заснули и не забыли. Ну, имеется в виду, в эту реальность не заснули. Вот. А, еще хотела сказать вот про медитацию. Смотрите, что имеет смысл делать. Тоже крутая какая техника. Ощущать свою точку сборки. Это когда мы с вами опять забираем внимание из внешнего и концентрируемся на теле. Я уже много раз давала эту технику, но еще раз все-таки озвучу, чтобы напомнить. Смотрите, у нас есть с вами центр думания, это голова. Центр ощущений, это сердце. Да? И центр животного, так скажем, да, живот. Ну, то есть страхи, допустим, они все в животе лежат. Вот все, что животное, наши животные, дорогие собаки, кошки, они животом думают, можно так сказать, потому что у них там инстинкты все собраны. Вот. И знаете, даже есть такие практики, когда работают с внутренними органами, такой массаж своеобразный, как это называется, я не помню, когда вот как раз высвобождают животные страхи. Вот. Поэтому мы должны с вами научиться понимать, где мы в своем теле. Это тоже техника по работе с телом, можно сказать, ну и одновременно с чувствами, с мыслями и с инстинктами. Вот три точки – голова, сердце, живот. Если вы в течение дня вам удается припомнить, где вы, спрашивайте себя, как я себя чувствую. Вот смотрите, у нас даже, ну, когда нас спрашивают, как ты себя чувствуешь, что мы отвечаем, да? Мы же не отвечаем, что мы чувствуем. Для нас важно состояние тела в данный момент. Что-то болит или не болит, да? Как ты себя чувствуешь? Насколько извращено понятие об этом? А ведь это вопрос не об этом. Вопрос о чувствовании. То есть мы должны руку на сердце положить в этот момент. А мы говорим, ну, нормально, ну, так, давление, наверное, сегодня пониженное, что-то спать хочется как-то вот. Ну, сейчас кофе выпью, будет нормально. То есть мы о чем говорим-то? О здоровье, да? Вот. А на самом деле, как ты себя чувствуешь, вопрос, обращенный к себе, это вопрос про сердце. И это точка, которая находится между головой и животом. Это наилучшая точка нахождения человека в своем сердце. Тогда, соответственно, у вас весь мир проистекает отсюда, через чувствование. А, ну, как-то нам надо выходить потихоньку. Мы вот сейчас про ум много поговорили с вами, да? И это туда, куда нам надо с вами из ума выйти, это в сердце, в чувствование. Но я знаю, что многие интуитивно так и так живут в этом. Но тем не менее, мы этому прям искусственно, намеренно и целенаправленно поучимся. Вот. Поэтому при практиках работы с вниманием можно уделить этому прям отдельное время, сесть и помедитировать сначала свое внимание. Вот. Ну, здесь проще всего с головой, потому что когда вы скажете, где мысли, сразу мы показываем себе на голову. Да? Мы можем представить, что наш луч внимания исходит из аджны, из третьего глаза, да? И он направлен куда-то, в какие-то некие объекты. А давайте попробуем его. Ну, например, вот моя аджна. Мы представляем, что луч внимания идет из аджны в телефон, и я его беру отсюда, этот луч, и потихоньку обратно к
как бы как канат, затягиваю сюда вместе со своим зрением. Я просто закрываю глаза, все, внимание на телефон больше не идет. Оно сосредоточено здесь, в этом месте, во лбу. Вот. И мы просто закрываем глаза и начинаем сканировать мысли. Мы понимаем, где у нас ум, то есть у нас голова наша, да, мозг напрямую ассоциируется с умом. Хотя, еще раз скажу, когда я выходила вниманием дальше, я прошла сквозь тело. И когда я ушла очень далеко в другие измерения, я увидела ум как конструкцию, которая общая для всего человечества. Представляете, вот такой был образ. И я просто увидела, как наш мозг взаимодействует с этим умом всеобщим. И там не так уж много мыслей. И знаете, у меня такая ассоциация интересная пришла. Вот если кто-то уже пользовался нейросетью чат GPT, там же какая конструкция? То есть каждое последующее слово, оно берется из контекста, да? Вот. И поэтому как бы строится последующий текст. Вот наш ум, он работает абсолютно так же. То есть нейросеть. Почему нейросеть? Потому что все то же самое, те же нейронные связи абсолютно. То есть наш мозг с помощью своих нейронов, он берет в этом самом уме, ну, это как бы вот, понимаете, да, что это такое, просто аллегория такая, берет в этом уме слово за словом и строит эту мысль, которую мы потом ощущаем как свою в своей голове. На самом деле там мыслей нет, там есть мозг, это приемник и передатчик. Поняли, да? Вот так. Следующий момент, друзья, это сердце. Точно так же попробуем выпустить луч из сердца куда-то. Ну, из сердца надо в кого-то. Допустим, вот у меня собака рядом лежит. Я выпускаю и чувствую к ней привязанность, нежность. Мне хочется о ней заботиться, да? Вот такой целый огромный спектр чувств. Почувствуйте это чувство, а потом попробуйте его втянуть обратно в сердце. Забрать внимание чувственное из окружающего мира обратно в себя. Заберите его и подержите его там. И вы поймете, как работает вот этот центр. Центр чувствования. И третий момент – это наш живот, где живут у нас животные инстинкты. И, соответственно, все вот эти страхи, чувство вины, все самые низкие-низкие конструкции, они очень часто находятся как раз именно в органах внутренних. И там либо между ними, там в пространстве. И из-за этого происходят всевозможные заболевания. Правильно? И вот, ну, это работа, по сути, целительство, это работа с телом. Вот можно точно так же попробовать через живот почувствовать, ощутить что-то, повзаимодействовать с миром. То есть здесь, ну, трудно, да, из живота выпустить луч и как бы куда-то его направить. Поэтому просто сконцентрируйтесь. Но можно и попробовать и выпустить. И здесь сразу вы поймете, что, знаете, вы ощущаете голод, говорят, под ложечкой сосало, да, потому что, ну, это же чувство голода, это тоже такие первобытные вещи, на самом деле, которые в конструкции человека появились просто с, как, только как эго появилось, так и вот все эти инстинкты и вот эти импульсы, да, вот. Вы сразу найдете, чего вы боитесь. Там, особенно, знаете, на уровне какой-нибудь ерунды, там, типа пауков боюсь или мышей. Вот это первое, что приходит на ум. Ну, не говоря уже о каких-то там страхе смерти, страх болезней. Это все в животе, все там. Надо там все искать. И вот сейчас мы просто учимся с вами работать с вниманием, но вообще туда есть куда углубиться очень сильно. Если вам это резонирует, вы обязательно мне говорите, и мы будем больше внимания уделять этим аспектам. Потому что если они не отработаны, если все еще есть страхи, то нам к финансам подойти даже еще очень будет сложно. Вот. Потому что финансы – это энергия, это большое количество энергии. Понимаете? С финансами просто работать, когда у вас просто вау, просто все хорошо, все решено, вот, а я еще больше хочу. Вот, вот в таком состоянии нужно к этому подходить.
Если его еще нет, то, пожалуйста, самостоятельная работа. Если самостоятельно не можете, пишите, мы будем делать почаще. В принципе, я сейчас располагаю временем, и, ну, там, полчаса через день как-то, ну, можно практику-то поделать, почему нет? Давайте делать. Вот. Очень много внимания я этому вопросу уделила, хотела на час, но про сны тогда боль немножко быстро проскочу, потому что тоже большая тема. Вот, значит, сны. Когда я сплю, где я оказываюсь? Вот такой вопрос. Я чуть-чуть этого коснулась, да, когда рассказывала про осознание. Когда мы с вами начинаем быть более осознанными, нам очень просто понять, на самом деле, что такое пространство сна. Вот. Можно к этому подойти, если просто как можно чаще говорить себе «я есть» и осознавать себя. Вот она я. Вот она я существую, я вот она, я чувствую себя, да? Потому что во сне, когда мы видим сон, мы часто либо видим себя со стороны, и там все происходит, либо мы действуем от первого лица. То есть мы внутри, как здесь, в этом теле, то там же, так же мы и действуем, да? И все происходит, но независимо от нас. У меня сейчас вот такое уже бывает. Я сейчас практикую осознанно. Если мне вот Сумиран посоветовал, если попробовать заснуть в медитации сидя, то есть целенаправленно сделать такое намерение, сесть в медитацию с прямой спиной, обязательно ни на что не облокачиваться. Для того, чтобы... Потому что как только вы прислонились к чему-то, вы можете уйти в глубокий сон. А здесь сон должен быть поверхностный, и тогда вы 100% будете находиться в состоянии осознанности в момент перехода в сон. Главное не утратить вот этот вход. Вот. Я думаю, что многие в медитациях переходили в такое состояние, как бы в сон практически, и даже перед вами разворачивались некие картинки. Это на самом деле очень крутой навык, его надо обязательно развивать, его нужно развивать, потому что, друзья, для нашего мозга вообще нет разницы, вы прожили в этой реальности что-то, какую-то ситуацию, или в той реальности. Он все это воспринимает как опыт, все. Поэтому в той реальности там больше возможностей. То есть, допустим, если вы летаете во сне, то ваш мозг ставит галочку, что я умею летать. Понимаете, какой у вас опыт имеется крутой вообще? И можно решать и вопросы с образованием, там, ходить на лекции к учителям каким-то. Очень многие учителя, я тоже знаю, что вот на Востоке, в Индии, по-моему, там есть, или на Тибете, есть мастера, которые вообще не спят, и они... Днем принимают людей, обучают, а ночью они во сне через осознанные сновидения принимают учеников, которые могут это себе позволить. Поэтому открываются просто какие-то волшебные миры, и вопрос в ограничениях, которые мы сами себе наставили, и все. И нам кажется, что сон — это что-то такое вообще... Ну, тело отдыхает, это для этого, да, чтобы пополнить запас энергии. На самом деле отдыхает тело, а мозг не отдыхает. Он продолжает работать, и ум не отдыхает. То есть он там приобретает немного другую ипостась, то есть, потому что вибрация там другая, да. Там все быстрее, и вообще, чем выше вибрация, тем все быстрее происходит. Если кто-то обращал внимание, то во сне все вообще пластичное, да, то есть может одно из другого меняться. Вот ты там Катя, тут же ты хоп, ты мышь, и ты в какую-то там забежала норку, и ты видишь вообще себя, как ты бежишь по норке, по этой. Ну, то есть какие-то вообще совершенно фантастические вещи могут происходить. А если вы осознанно будете в мышь превращаться, представляете, куда вы можете зайти? В Кремль. На прием к Путину. Зайти, посмотреть, что там происходит. Поэтому вот где вы находитесь? Вы находитесь в чуть-чуть другой вибрации, и все. Чуть-чуть повыше, чем это, наше физическое, самое плотное.
Там чуть-чуть все разуплотнено, а в остальном там все то же самое. И мы не можем там помнить это все лишь потому, что мы не до конца осознаны здесь, в этой реальности. Мы просто не работаем своим сознанием. Как только мы начинаем больше осознавать себя, постоянно вниманием владеть, постоянно понимать, где сейчас в данной точке мое внимание, что я мыслю, что я чувствую, если работает ли мой живот, есть ли страхи или что-то, ну или какие-то негативные опасности там чувствую или что-то, мы можем с вами запросто помнить себя во сне полностью. Снов огромное количество за ночь происходит. Есть такой момент, как сон, глубокий сон без сновидений. Это на самом деле сознание уходит очень высоко наверх, туда, где оно само себя даже не осознает, для подпитки, для того, чтобы насытить тело на предстоящий день новыми энергиями. Вот. По сути, когда мы с вами засыпаем, этого тела вообще нет здесь и нет этого мира. Представляете, как интересно? То есть мы с вами как мерцаем, мы здесь находимся. Когда день мы прожили, это такой, потом чик, нас нету, потом опять включились. Вот и мы все время здесь вот в мерцании. Мир включился, мир выключился, мир включился, мир выключился. Этот мир. Но мы не уходим никуда. Мы переключаемся на тот мир. Почему? Это то, с чего мы начали. Наше внимание узко направлено. Оно может быть направлено либо в этот мир, либо в тот. Понимаете? А когда идет осознанное сновидение, это наше внимание практически, оно вот имеет такую уже возможность осознавать себя там. Осознавать, вспоминать. А вот Сумиран мне сказал, что еще можно вообще там в том мире, в мире сновидений, ощущать себя пустотой. И вот ту практику, которую мы делаем здесь, привносить туда, ну и там работать с вниманием. И все, что я вам сегодня рассказала, делать там. Но это высший пилотаж, я, конечно, до этого пока еще не дошла. Мне бы разобраться с осознанными сновидениями. У меня, вот как он мне посоветовал, сесть в медитацию и попробовать уйти в сон, и потом там осознаться. У меня получилось уйти туда, и я себя там разбудила. Это очень был странный опыт. То есть я поняла, что все, хватит мне, все, я все поняла, достаточно, и я себя разбудила. А сон был очень странный, прямо сейчас вам могу рассказать. Это было до того, как вот я нашла ответ на все свои вопросы насчет Сатори, которую я вот это вот во время землетрясения пережила. Я все время просила учителя. Я просила учителя, чтобы мне хоть кто-то что-то дал, какие-то, ну, нормальные пояснения вообще, что со мной происходит и где я была, и что с этим делать, самое главное, как это, как жить-то с этим теперь, вот. И мне приснился вот этот сон такой интересный, что я иду в старой шубе, вот, которую я ходила в школе, в старших классах, не шуба, а дубленка такая мамина, перешитая там 100 раз, с таким белым овчинным таким воротником, вот здесь такие же, на рукавах и внизу, и такая прям богатая такая дубленка. А сзади идут две учительницы мои из школы. Вот Леонора Петровна, наш классный руководитель по биологии, Тамара Ивановна по истории. И они идут сзади меня. И я иду из школы в этой дубленке, и такая уже взрослая, старшие классы, видимо. И впереди горка, ну, прям такая вниз, ледяная. Я на этой шубе, на своей дубленке, прям сажусь, плюхаюсь на 5-ю точку и с этой горки так вниз и съезжаю. А учительницы, они тоже садятся, не знаю уж на что. То есть я это слышу, как вот свист сзади, что они едут с горки сзади меня. И я все это вот вижу в осознанном сне. И потом внутри сна я себя бужу. Такая, эй, вставай, хорош спать, вот все, надо прекратить этот сон, какой-то другой уже включить, все понятно. Учителя все позади, я еду быстрее. Хоть я еще и в старой шкуре, то есть я без этого осознания, без
ну, то есть я еще в жизни это все не применила, ну, я в старой все еще шкуре, а они все равно позади меня. Это было очень странно, и вот прям мгновение, мгновенное такое осознание, я вот себя научилась там будить. Очень полезно, когда страшные сны снятся, тоже так себя, и как будто ты стучишь в какое-то некое пространство, какую-то стену невидимую в пузыре, как будто ты находишься, стучишь и говоришь: «Эй, просыпайся, просыпайся». Очень интересно. Вот. Вот, ну вот я вещаю уже больше часа. Так, сны, сознание. А, еще маленький вопрос остался. Сознание и осознанность, какая между этими понятиями разница? Видимо, в понятиях немножко запутала вас. Вот смотрите, сознание вообще – это то, что связано с абсолютом. Сознание – это абсолют, можно сказать. Это вот имеется в виду то большое глобальное сознание, которое здесь расщепляется и расщепляется на несколько слоев, так сказать, да? Сначала идет сознание, потом идет вот эта мысль «я есть», осознание как раз, да, когда сознание себя осознало, а потом идет творение. Вот три глобальные слоя, вот такие. Теперь понятно, да? То есть сознание – это «я», осознание – это «есть», а присутствие творит реальность. Это вот это. Вся конструкция, мир проявленный, то, где мы с вами находимся. И там, конечно, очень много еще разных-разных подслоев. Вот глобально это так. И вот то, куда мне выйти удалось, это есть вот в этот момент, в осознание. Ну и вот эти проблески нас здесь, вот проблески, когда «а я же есть». Вот это все происходит. Вот знаете, бывает такой какой-то момент восторга. О, а я же есть. Когда вы вот себя вспоминаете, это вы себя до тут, вот туда добиваете прям. Вот очень высоко. Вот это очень крутой момент. Вот не зря же мы раньше, да, когда медитации начинали, мы всегда говорили: я есть присутствие. Но я вообще не понимала, что я говорю. Правда. Вот так сейчас забавно за этим наблюдать, когда удалось это прям почувствовать и зависнуть в этом состоянии, это еще, это просто фантастика какая-то. Когда ты ощущаешь сразу, в одну секунду ты ощущаешь, как здесь все устроено, и ты ощущаешь себя всем, абсолютно всем и ничем. Вот как про пустоту я вам рассказывала. Ну, невозможно словами передать, это, для этого нету здесь у нас никаких слов. И слова здесь никакие подобрать невозможно. Поэтому вот добивайте туда, когда почаще «я есть». Это именно в этом моменте происходит, когда вот один между прошлым и будущим вот эта узкая-узкая щелочка, где нет мозга, а вы есть. А вы есть. Это вот оно. Это осознание. На самом деле это все крайне просто. Крайне просто. Но вот все то, что мы о себе придумали, то, что мы называем умом, оно так нас втягивает в эту реальность, оно нас так втягивает в эту игру, что мы вот этот простой момент, мы вообще его не можем уловить. Мы не можем остановиться и так: «а я же есть! Вот же я! Вот же я!» И это не про тело в этот момент. Понимаете? Не про что, про что я вам сегодня рассказывала. Но это такая заключительная нотка нашей с вами сегодня встречи. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, вот вы, я все осветила вроде, которые мне записали. Если у вас есть вопросы, я не знаю, как это сделать здесь, я могу вам включать микрофоны, и вы сможете просто сами у себя их включить. И мы сможем с вами говорить. Все, я вам включила. Кто-то хочет что-то еще спросить, может, по сегодняшней встрече, по предыдущим. Все понятно? Ну, замечательно. Нас сегодня не так много.
но я в записи все это, вот эту запись я так, кто говорит? А, я просто включила микрофон, думаю, как это вы. Да, хочешь, да. ты мне практику прислала, вот, которая была, то я так и не попала туда. Конечно, Я могу. напишу. А вебинар первый была? Ну Потому да, что я слушаю. Ну, да. была, да? Он у тебя есть в записи? Да. А, только практику. Хорошо, где Да, мы вот да. уже прям делали, да, эту ментальную конструкцию убирали. Пришлю. Вот в Телеграме сюда же кину сейчас. Угу. Все, по сегодняшним нет вопросов? Все понятно? По рассказам по моим. Много. Много информации. Много информации, да, друзья. Я перебарщиваю, наверное, с информацией. Мне тоже так кажется периодически, потому что я хочу сразу все вывалить. Вернее, даже не так. Оно, знаете как, оно просто одно подтягивает другое. На самом деле все едино, но из разных областей. Пока информация разрознена, пока она не собралась вся в единый пазл, кажется, что ее много, но она вся вообще зависит одна от другого понимания. Оно будет складываться. Просто если кажется, что много информации, переслушивайте несколько раз, оно ляжет. И все. Сейчас вы услышите одно, потом вы услышите другое, потом услышите третье. Будет раскрываться. А вот то, что ты говорила в моменте, допустим, вот по поводу негативных там эмоций или что-то, да, то есть даже можно, если не ходить в медитацию, да, ну, прям, то есть если я, допустим, пронегативила, да, почувствовала этот ответ, то есть я понимаю, где это находится, я, оп, так, вниманием, да, зашла, там все это убрала, все это трансформировала, вот это ты имеешь в виду, да, как бы. Без медитации. Да, можно это просто даже не садиться в медитацию, можно это просто в обычной жизни делать. Но как бы вот надо понять, что медитация — это не когда мы сели, ножки сделали лотосом, там полулотосом, и сидим. Нет, медитация может быть вообще в любом месте, в любом количестве, в любых обстоятельствах. Это просто когда вы, к вам пришло вот это осознание, что... Ой, ведь многие же люди, они негативят и не осознают этого, да? Это же уже говорит о том, что ты осознанно, что ты уловила этот момент. А это вообще полдела. Все, ты его удерживаешь. Если ты способна сразу прямо это сделать, это супер. Вообще просто возьми и раствори через свет сердца своего, через свет осознания. Просто поймай. Если... Ну, кажется, что сейчас нет, я вечером сделаю перед сном, но главное не забудь просто, и все. Если хочется углубиться, тогда можно и сесть в медитацию, конечно. Когда хочется понять, откуда корни, откуда ноги растут, да. Где, может быть, это какая-то серьезная проблема, где задействовано много людей, где, допустим, из родовой что-то подтягивается там. Ой, там мама так говорила, да. Или это случается, потому что это обычно случается в моей семье. Это вот зацикленная вот эта история. Тогда надо, конечно, углубляться и разбираться. Это прям вот так не всегда получается сделать. Все по ситуации. Когда просто раздражение там, знаешь, налетело мимолетное. Туда сразу прям отрабатывай, чтобы карма не срабатывала. Я вот раньше всегда наблюдателя рекомендовала, но после курса «Баланс», где я поняла, что эта практика вызывает очень большое затруднение у людей, потому что здесь как раз требуется вот это раздвоение внимания. А, видимо, у меня это как бы, ну, есть какая-то наработка, наверное, из прошлых жизней или что, я не знаю, поэтому она... Я же, как всегда, думаю, что у всех так, а не у всех так. Если получается это делать, вот когда говорят, ну, посмотри на себя со стороны. Вот когда получается на себя со стороны посмотреть, все, карма не срабатывает. Когда ты даже негативишь, допустим, потому что бывают такие истории, когда по-другому не получается. То есть игра того требует.
на ребенка поругаться, но вот требует игра, да, вот, ну, такой договор там между вами, надо поругаться, ты выходишь в наблюдатель, если смотришь, как ты ругаешься, вот так, тогда карма не будет работать. Такой интересный момент. Ну, как бы вот раздваивается внимание для кого? Для наблюдателя кармы или для того, кто играет? И ты как бы смотришь, как твой голос меняется, как будто ты не своим голосом говоришь. Вот такое часто люди ощущают, говорят, в меня как будто кто-то вселяется, я не своим голосом начинаю говорить. А ты вот на самом деле себя просто элементарно можешь считывать извне. Вот почему. Поэтому голос кажется чужим. Вот такие тонкие вещи уже, там просто, ну, приходишь с практикой к этому. То, что наблюдаешь, это круто, молодец. Сразу, да. Вот. Еще есть вопросики? Катя, у меня такой вопрос еще. Я тут недавно уезжала в поездку и решила почистить свой дом, да, ну, то есть так как у меня будет длительное время полиция, и я запустила вот фиолетовый свет. Погромче немножко говори, так не очень хорошо. Запустила фиолетовый свет, а притом я его пустила сверху аж до центра земли. Почему-то мне захотелось даже вот нижнюю часть, вот эту земную, почему-то захотелось мне ее почистить. И в итоге у меня в жизни, вот мы приехали уже в дом, притом так случилось, что еще в пути мы все заболели, вся наша семья. Мы приехали домой, у нас тут вообще столько неприятностей случилось, и я себе... Сначала подумала, что это, ну, что-то негативное, а потом думаю, неужели это настолько всего было негативного, что это все, ну, вычищалось таким способом. То есть нас даже в дом не пустили, пока мы не очистили, мы в дороге болели. Мы приехали домой уже выздоровевшие. Ну, просто то, что крутилось в округе, даже с нашими знакомыми людьми, которые были вхожи в наш дом, с ними тоже происходили метаморфозы, ну, всякие. Ты думаю, могло бы это сработать? То, что ты фиолетовым пламенем все прочистила? Да, да. Ну, вообще, вот чтобы такое большое количество... Большое количество событий запустить, это нужно большую энергию такую туда вложить. Вот. Трудно сказать, ну, твои способности же, я же не знаю, вполне вероятно, почему нет. Если было нужное количество энергии в тот момент, то могла и так, да, очистить, запустить процесс такой. Дозируй. Поаккуратней. Ведь многие же люди делают что-то, и они говорят, я делаю, а ничего не происходит. А тут, видишь, если тебе приходит на ум мысль, да, то есть у тебя сразу причина и следствие, они связались, да, почему это происходит, да, вот, потому что я делала такую практику. Скорее всего, это так и есть. Вот, потому что, ну, такие осознания, они просто так не приходят. Вот. Поэтому, вот, видишь, там, до центра земли и все в таком духе, это нужно поаккуратнее. Ну, мощь у тебя хорошая, сильная. Намерение сильное. Надо контролировать свои импульсы, которые с тебя идут. Количество энергии. Научишься, это с практикой приходит. Знаешь, как маги это... Что-нибудь такое. Я не волшебник, я только учусь. А пока он учится, он там города стирает вообще. Потому что сила такая большая. Это так, действительно, у человека очень большая творящая сила, энергия, сила вот этого посыла энергетического, импульса, который может очень многое. Просто мы не связываем это в своей жизни. Сколько мы можем там здоровье разрушить просто словом, человеку что-то сказать, вот
в горячке, что называется, какая там разрушительная мощь вот в этой эмоции. Она же как молния просто прожигает. Не у всех тела такие еще, не все чувствуют, да, это не сразу может выйти на физический план. Сначала же это через эфир проходит, и потом через эфир реализуется, а потом раз, человек заболел. Я мужу своему говорю, когда он приходит с работы злой и там начинает на нас ошибаться, я говорю, ну ты просто представь, что ты там взял, там мне руку откусил, ребенку ногу откусил. Но это вот просто равноценно. Кстати говоря, в последнее время что-то очень сильно задумываюсь по поводу еды в ресторанах и все такое, да, то есть начинаю прям очень сильно ощущать, что не всегда могу есть то, что приготовили в ресторане. Вот, ощущается посыл, когда человек добрый и любит свою работу, и он, то есть какой эмоцией готовится, и это мы кладем в себя, можно сказать, да, то есть кладем часть этого человека в себя, а потом с нами может что-то случаться. Это тоже так. Просто это такие уже тонкие вещи, которые начинают видеться вот после всяких таких, как у меня было. Сегодня пошли в честь 1 сентября на обед с ребенком и с мужем. А с едой все нормально, а напиток не смогла выпить в баре. Вот, ну, чувствую, что, блин, ну, что-то не то, и все, не буду пить. Так и не стало. Нам что, не нравится? Я говорю, нет, нравится, спасибо, просто что-то перехотелось. Вот такая. Мешающая, на первый взгляд, вроде как жизни обычная вещь, на самом деле позволяет сохранять свое спокойствие и нормальное течение жизни, по большому счету. Потому что этот человек придет домой спокойный, а вы придете накрученная после такого ресторана. Вот, такие спецэффекты. Еще есть вопросы? Тогда, девочки, давайте плавно закругляться. Хотела час, получилось чуть больше. Ну, в принципе, мне кажется, что плодотворная получилась встреча. Если кажется, что много, большой объем информации опять вышел, да? Просто посмотрите несколько раз. Все. Оно уляжется. Или частями. Или очень часто я делаю, когда у меня сейчас тоже есть такие видео, которые я смотрю. Там скажут какую-то фразу, которую я не понимаю. Я просто на стоп ставлю, и оно, смотрю, у меня раскрывается. Через мое субъективное восприятие проходит. То есть я перевела с их языка на свой. У меня раз улеглось, я опять включаю. Я вот так одно видео по 2 дня могу смотреть. Но зато это большой информационный пласт, когда мы действительно обучаемся. Хорошего вечера. Поздравляю вас с 1 сентября, с Днем знаний. Мы с вами сегодня так символично его отметили знаниями. Вот. Приглашаю вас, пользуясь случаем, на новый курс на финансы. Всем, наверное, будет интересно. Кто-то уже записался, кто-то нет. Вот, пожалуйста, записывайтесь на сайте. 9 сентября мы стартуем. Всего доброго, друзья. Доброго вечера вам. Спасибо, что присоединились к беседе. Благодарю. И запись выложу.